А ми, дорогі телеглядачі, продовжуємо. І, як і обіцяла, до нашої студії завітали гості, яких я рада представити. Юрій Любаров, директор дитячого містечка «Казка», та В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Доброе утро. Доброе утро. І не просто так ви сьогодні прийшли к нам в ефір. Большая была эпопея с сказочным паровозиком. Его ремонтировали, и, как говорил Чебурашка, мы строили, и, наконец, построили. Ну да, тем более, это действительно ремонт, который превратился фактически в перестройку. Вот, да, был достаточно долгий процесс, немножко неожиданный от первоначальных ожидаемых объемов, но с Божьей помощью, наконец-то, процесс этот уже практически завершен. Все основные работы завершены, он покрашен, он стоит красивый, радует глаз. Вот, но единственное, теперь уже вот Юра занимается внутренним дизайном, да, и тюнингом. Внутренним дизайном, добавлением каких-то еще фишек. На самом деле мы бы его открыли бы уже и сейчас. Но мы хотим подождать, пока горожане все вернутся в город. И где-то в последних числах августа, я думаю, в день, когда Горано объявит посадку, когда дети с родителями пойдут утром на посадку, узнают, в каких они, значит, за какими партами они сидят, и после обеда, значит, все придут в центр города для того, чтобы погулять. И вот, наверное, в этот день мы и назначим открытие, и сделаем там концертную программу, развлекательную, и уже откроем его официально, красиво, и к этому моменту все будет сделано. Естественно, еще в процессу, собственно, торжественного открытия тепловоза, этого паровоза, будет предшествовать, да, небольшое такое маленькое событие. Да, все мы помним ту бутылку с посланием, да, из прошлого, и мы тоже сейчас готовим сюрприз нашим потомкам, надеемся, что пройдет много-много лет. И когда потребует очередного ремонта, опять кто-то неравнодушный коснется его и наверняка обнаружат вот то, что мы им подготовим. Уже две записки. Да. И старую, и новую. А как вы думаете, а вдруг наши горожане захотят последовать примеру и оставлять записочки в паровозике на будущее? Не предполагали такой ход истории? Очень, может быть, интересные такие всякие, ну, да, традиции копилку рождаются. Сделать. Да, копилку записок, да, такие вещи рождаются в процессе. Прозвучала фраза о том, что внутренний дизайн, которым вы занимаетесь, хотелось бы узнать, что же это за внутренний дизайн? К сожалению, там не так много помещений, о чем можно говорить, но там обязательно будут и какие-то плакаты из темы железнодорожной, и инструменты. Шестеренки, гайки, болты, ключи, да, костыли, которыми забивают шпалы. Ну, для того, чтобы дети просто зашли и могли прикоснуться к большому гаечному ключу или к шестеренке. Да? Сколько сегодня по общему времени заняло приготовление паровозика к открытию? Ой, когда мы его начали? Где-то в конце февраля вообще первая идея, или март. Где-то, наверное, март. Март, да. Ну, оно а, же... нет, подожди. А, да, март. Март, да, март точно, потому что 1 апреля, да, мы уже, да, идея тоже была. Я скажу, что на самом деле, если бы удалось, конечно, паровоз сразу взять и отвезти в цех, он бы через 2 недели вышел, да, оттуда уже полностью покрашенный. Но погодные условия, красить нельзя, дождь идет, погоды, жара и так далее. Поэтому это немножко все тоже растянуло, но 30 лет мы ждали, и полгода, я считаю, даже меньше, это не срок. Да, хоть он немножко паровоз этот изменил свой имидж, из зеленого превратился в красный. А да, имя не поменялось? Вопрос с именем еще пока открыт. Конкурс так продолжается, и мы подведем итог как раз я с открытием. Думаю, это такая вещь, что каждый ребенок сам себе придумает ему, да, имя. На нашей плазмочке уже мы видим фотографии. Я бы хотела, да, чтобы наши телезрители видели на своих экранах, а вы прокомментировали, как со временем изменился паровозик. Сейчас мы видим их на экране. Ну да, вот это самый его последний зеленый вид, в котором он был, вот в котором его Вячеслав и увидел. Вот подошел к нему, ткнул пальцем, говорит, вот тут будем красить, а там уже дырка. Вот поэтому пришлось. Вот после того, как сняли краску, это то, что от него осталось. Да, это вот топка, в которой были наслоения культурные и некультурные. Поэтому большая часть вот тендера и кабины, она как бы создана уже заново. Сварена и топка, очень много. То есть на самом деле там сразу будет видно, где новые части, где старые, потому что понятно, что за 30 лет он, конечно, уже... Сейчас мы видим
Вне покрашенный? Да, это погрунтованный. Подготовленный под покраску. Хочется еще сказать, что вот Укрпочта, тоже друзья, несколько краткая сказка, увидев такой красивый паровозик, сказали, а не выпустить ли нам конвертик и марку с таким изображением? И вот мы надеемся, что вот такой вот он красный, яркий, с желтым, с черным, с белыми колесиками, вот он останется в памяти горожан. Еще и в том числе... Вечен, да. Да, еще и в марке. Ну, действительно, очень красивый получился паровозик. У меня вопрос. В старой версии мы видели действительно не очень культурное поведение людей и загрязнение, и не очень добросовестное отношение к действительно детскому паровозику. Как вы хотите это пресекать сейчас? Потому что не хотелось бы, чтобы в ближайшие пару лет его испортили. С одной стороны, как говорил классик, за последние 100 лет люди ничуть не изменились. Только квартирный вопрос их слегка подпортил. С другой стороны, теория разбитых окон, она тоже в действии. Поэтому против вандалов есть только один способ. Надо все равно делать новое, красивое, приятное. И постепенно все равно люди будут к этому привыкать. Потому что просто какими-то запретами, колючей проволокой еще... Ну да, поставить там полицейских, чтобы они никого не пускали, или закрывать его, нет. Ну, на самом деле, вот мы смотрим на наших горожан, как на маленьких детей целиком. И маленькие дети, они имеют свойство, да, рисовать на обоях, что-то ломать, красить. А мы будем их учить, будем опять им делать красиво, ярко, и рано или поздно они повзрослеют. Для этого отдельно выделяют доску и мелки. Да, да, вот тут рисуйте, ну а тут... Подходите. А тут наслаждайтесь. А тут да, да. Ваш дуэт, ваш, можно сказать, даже не просто дуэт, а ваша творческая работа общая, она не менее яркая, чем сейчас этот оновленный паровозик. Хотелось бы узнать, есть ли у вас еще какие-то проекты на будущее, какие-то, может, мысли? Ну, мысли, они всегда есть, но, как правило, вот проекты рождаются спонтанно. Как правило, вот что-то где-то должно щелкнуть. Вот. Возможно, вот сейчас как раз этот момент. И щелкает, да. И совпасть с настроением. Я думаю, да, что вот мы сейчас вот как это, этот паровоз толкнем, вот, он уже сам будет жить своей жизнью, и можно будет смело посмотреть по сторонам и сказать, а что бы нам еще вот тут покрасить или спеть? Ну, я думаю, что один из проектов – это действительно открытие паровозика, которое будет ждать абсолютно весь город. Я думаю, не только жители города, но и областей. Хочу сказать вам спасибо, что вы сегодня пришли к нам, и, возможно, пару пожеланий для наших телезрителей по поводу паровозика, какие-то, может, рекомендации, а, возможно, какие-то обещания. Пожелание одно – хорошего настроения, хорошего, чтобы не только было вот солнце на небе, чтобы солнце всегда было в душе. Чтобы в городе был мир, и все у нас было всех хорошо. Дякую вам. Разом з вами ми тільки що розповіли про одну з подій, яка буде чекати на наших телеглядачів.